Приветствую вас на моем канале разборов анонсов, телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетман. И сейчас я вам расскажу, что нас ждет в следующей, в последней серии проекта «Холостячка». А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк из претендентов на сердце Ксении Мишиной вам нравится больше всего. Кто, по вашему мнению, ей больше подходит? А что нас ждет в следующей серии? А в следующей серии все три холостяка попадут домой к Ксении Мишиной. Хуже всего проявит себя вами любимый рыбак. Он не понравится родителям Ксении. Он будет шутить неуместно. Пальму второго места серебра получает Александр Эллард. Он помирно понравится родителям. И первое место, конечно же, за Алексеем. Вот если моя бы мысль, я бы оставила Алексея. Я бы голосовала за него. Хотя я понимаю, что рыбак Ксении нравится больше. Но все-таки как человек мне больше нравится Алексей. А вам? Напишите в комментариях. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!